Приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет распаковка с AliExpress. Давайте посмотрим, что же мне пришло. Первая посылочка – это фольга. Шла она очень долго, более 2 месяцев в Москву. И мне за нее уже вернули деньги. Но стоила она совсем недорого. Раз, два. И не помню даже, сколько здесь цветов. Давайте посмотрим каждый. Посчитаем заодно. Один. Вот такой вот фиолетовый. У меня такая есть, по-моему. Второй. Третий. Ой, они такие тонюсенькие совсем. Так, это 5. Очень красиво. 6. Сердечками. 7. 8. 9. 10. Ну, кстати, очень недорого стоило, потому что очень маленькие по размеру листочки. Вот это вот что интересно. Это как разделитель, что ли? Зелененькое еще. Золотая. Такая медная, интересная. Розовая. И еще раз золото. Я насчитала 23 разных кусочка. В общем, вот такая вот фольга. Очень тоненькая, очень симпатичная. Следующая посылка. Здесь 2 порошочка. Шли тоже долго. Мне всегда из Full Beauty, из магазина, очень долго все идет просто. Итак, здесь 2 порошочка. Этот неончик, по-моему. Белый, то есть, вернее, он тот, который в темноте должен светиться. И второй порошочек, это вот такая вот розовая втирка. Очень модная сейчас, по крайней мере, на тот момент, когда я ее заказывала, она была очень модной. Сейчас я открою и посмотрим, как она выглядит, что из себя представляет. Ой, полетело все. Ну, мелкий порошочек такой. Сейчас я попробую втереть. А, у меня матовый топ, наверное, не вотрется. На всех ногтях причем. Ну, вот так выглядит. Я думаю, что не вотрется ничего. Ну да, у меня матовый топ, девчонки. Но зато в кожу, смотрите, как он впечатался аж. Девчонки, я как обычно еще одну фольгу нашла. В общем, 24 штучки в наборе. В первом, который была посылка. Итак, третья посылка. Здесь кольцо. Брала я его за 95 рублей, по-моему. Номер это 9. Ну, номер, размер, я имею в виду. 9. И он мне прям идеально подошел на средний палец. Колечко, даже не скажу, что оно стоит прям 100 рублей. Но оно классное вообще. Тяжеленькое. Вот так вот на руке смотрится. Достаточно крупный камень. Но мне и хотелось крупный. Очень красиво. Буду носить обязательно. Вот такое вот колечко. У него камень, не знаете, не ярко-голубой. Я еще под него заказала серьги, но я боюсь в цвет не попасть. Мне кажется, вот именно таких прозрачно-голубых сережек вот на Али я не нашла. Более яркие были. Ну, посмотрим. Покажу вам сравнение. Я думаю, что будет у меня скоро. Эти серьги уже придут. Следующая посылка. Здесь это пластиночка от Beauty Big Bang. И здесь у меня покорил вот ананас вообще. Я так хотела его сделать в маникюре. Но теперь вот думаю, в каких цветах. Девчонки, пишите, какой первый, какой второй, какой третий должен быть. Первый, наверное, желтый будет. Да? Потом... Черный, а вот это вот каким цветом? Можно блестящим каким-нибудь. Монстера тут тоже вообще. Такая пластинка классная. Это номер 062. Надо протестировать. Следующая посылочка. Это провода.
Здесь один, как обычно, у меня провод с микро-USB и второй с Type-C. Я отрежу пакетики эти, они мне не нужны. Провода отличные просто. Просто отличные за 100. До 150 рублей, в общем, они стоят. Сейчас покажу, на всякий случай, может быть, кому-то интересно. Вот этот Type-C разъем. Он мне на телефон подходит. И второй, ну, обычный микро-USB. Продавец проверенный. Мы уже не первый раз у него заказываем. Но что-то они постоянно у нас... Постоянно нужны, в общем, эти провода. То потеряются, то сломается. Вот один уже сломался. Но это из-за неаккуратного обращения, честно говоря. Вообще, провода хорошие. Это микро-USB. Следующая посылочка. Здесь у нас пайетки. Это для творчества. Но они загуляли просто. Месяца 4, наверное, гуляли эти пайетки. Поэтому даже не знаю, рекомендовать вам или нет. Если кому-то нужны. Но они очень красивые. Очень красивые. Просто бомбезные. Все переливаются. Никакого простого цвета нет. Все с оттенком, с отливом. Самые мелкие брала. 3, по-моему, миллиметра. Может быть, где-то написано. Не написано. По-моему, 3. 3 миллиметра или 4. Следующая посылка. Здесь 2 чехла. Сегодня ко мне приходят прям потеряшки все, которые очень долго я ждала, и они никак не придут. Это я взяла себе. Желтые и розовенькие вот такие. Для Samsung S9+. Шли очень долго. Стоили по 60 с чем-то там рублей. Хочу как-нибудь украсить, попробовать, но у меня вечно нет времени на это. Бледно-розовый, желтенький взяла. Следующее. Здесь у нас опять фольга. Здесь уже поменьше цветов, и шла она по, ну, быстро дошла достаточно. За месяц, наверное, дошла. Здесь, по-моему, 7 цветов, но они уже по 20 сантиметров. Золото яркое такое, глянцевое. Потом матовое золото, более светлое. Серебро, тоже матовое. Розовый, вот, очень тоже модный сейчас цвет. Прям как вот эта автирка. Глянцевый он, да? Дальше черный глянцевый. Потом и 2 розовых тоже. Одна матовая, другая голографическая. Очень благородные цвета. Недорого был наборчик, стоил 7. Да, цветов, по-моему. Следующая посылка. Ой, это вот шнурочки такие. Я 4 штучки одинаково взяла. Для детей, для ребенка, для себя. 4 рубля стоили. Ну, прикольно, мне кажется. Сейчас многие ходят с красными повязочками на руках. И еще одна посылка. Это вообще за 2 рубля. Серьги, кольца. В какой-то из групп ВКонтакте я нашла. Не помню точно, я на много групп подписана, в какой именно это было. Я одно время только серьги кольцами носила. Потом почему-то это перестало, золото ношу в основном. Но вот эти вообще классные. Вот у меня именно такие были по объему, по размеру. Здесь диаметр 5 где-то сантиметров. Ну, прикольно. Посмотрите, зайдите. Может быть, еще будут скидки у этого продавца. На сегодня все, девчонки, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.